В аэропорту Шереметьево случилась потасовка между комментатором Дмитрием Губерниевым и бывшим тренером женской сборной Российской Федерации по биатлону Павлом Ростовцевым. Тренер и журналист встретились в московском аэропорту случайно. Ростовцев предъявил свои претензии к комментатору за его критику в адрес российских биатлонисток, на что журналист довольно резко отреагировал, послав оппонента. За такой ответ Ростовцев плюнул в лицо Губерниеву. После этого мужчины немножко потолкались и помахали руками. Инцидент произошел на глазах у спортивной общественности.